Почти 2000 детей получили подарки от администрации в честь Нового года. С самого утра сотрудники управления социальных коммуникаций принимают гостей и вручают сладкие сюрпризы для льготных категорий граждан. Глава городского округа Химки ежегодно проводит акцию для вручения подарков детям из многодетных семей, малообеспеченных, детей-инвалидов. В этом году приобретено порядка 2900 подарков для детей. Среди поздравляемых семья Александровых. Павел и Юлия привели своих троих детей, чтобы получить подарки и новогодние поздравления в торжественной обстановке. Каждый год поздравляет нас администрация. Мы приходим, нам дают подарки, на новогоднее представление билеты получаем. Мы очень благодарны за эту администрацию. С какими эмоциями вы сегодня все пришли? С радостными. Понравились подарки? Да. Подарки будут выдавать еще в течение завтрашнего дня.